Ну что, у нас сегодня 31 декабря, и начнем снимать наш влог именно в шапке Санта-Клауса или Дед Мороза, как правильно сказать, среди пальм и голубого моря. Вот, так что будем сейчас отмечать Новый год. Все, оставили мы мальчиков и пошли с Кристиной изучать береговые линии. Да, тут у нас так. Сегодня погода немножко пасмурная, поэтому все намного сочнее и ярче, так что можно вам показать. Здесь общественные пляжи, поэтому можно зайти в любой отель, и кажется, что народу очень много, но как-то это ничего не мешает. Вот это намного веселее, как тут прям гуляет. Вон Кристина вообще танцует. А, ты закапываешь муравьишек. Вот такой вид. У нас здесь лежишь и голубое море. Вот мой верный друг. Не Андрей, нет, не Андрей, а дрон. Несмотря на то, что меня слепит очень сильно, хочу пожелать всем моим лично подписчикам хорошего настроения, здоровья, и чтобы вы всегда улыбались и были самоуверенными, и все у вас получалось. Так что немножко вам моря, пальм и солнца. У нас Новый год буквально через 25 минут в Москве, но здесь сейчас 5 часов дня. Но мы, как истинные москвичи, идем включить дядю Путина и посмотреть Новый год. Пойдем отмечать. Показывают бой куранта. Несмотря на помехи в интернете, мы это сделали. А мы послали эту. Класс. Все, Герман будет счастлив. Новый год наступил, а подарков еще нет. Подарок, подарок. Да, и мы забежали в Тесско, представляете, чтобы купить Герману подарок. И спрятать его хотим под елкой. То есть все как лучше в традициях, так что побежали. Сейчас Новый год. Там под елкой лежит тебе подарок в пакетике. Иди посмотри. Нашел. О! Рот. Ну подарки тяжело достаются. Ой, как все нарядненько украсили. Видите, здесь много роллов и такой чудесный мужчина. Вау! Чтоб так у нас было каждый день. Класс. Да? Вообще. И вот такой маленький. Приятного аппетита. Бон аппетит. Thank you. Дуди вовнутрь, дуди. Вот что у меня получилось. Happy New Year!
Доброе утро 1 января, любимый. Из-за разницы во времени мы теперь встаем аж в 7 утра. В 7 утра. Сейчас мы куда пойдем? Ходишь на балкон, тут такая красота, ребят, здесь куча пальм, вот там вдалеке море, не жарко, климат просто офигенный, так что доброе утро 2018. Отдыхает народ. Около 9 часов еще никого особо нет на пляже. Море вообще не души. Все убираются только. И совсем не жарко. Поэтому спокойно мы просыпаемся в 7. Идем кушаем, потом приходим, занимаем места. Как это все так медленно и печально. Когда очень хочется вскрыть уточку. Жена сумасшедшая. Говорю, Настя, может быть, попроще найдем насос? Нет, я надую его сама собственным телом. Ну, фиг знает. Минут 10. Там не забивались, Аркадий? Да. Ну и зря. Я в раю. Нет, ананасы. Чума. Ананас закусывай арбузом. Арбузом закусывай ананас. Скажи папе, куда мы идем? Скажи. На вечеринку. На вечеринку? А по-другому как она называется? Да не пена, пенное утро было. Скажи просто бич-пати. Каждый раз перед ужином мы пытаемся сделать какой-нибудь променад, прогуляться. Темнеет тут относительно рано. Ну, нормально, на самом деле, темнеет. Мы сегодня прочитали вывеску, что будет какая-то бич-пати в 6:30. Он просто такой синюшный, крутой. Ой, какая вкуснота! Ребенком, которого зовут не Герман, его зовут Андрей. Что ты тут устроил, крошка? Я копаю. Гер, не закапывай тут туннель. Смотри. Тут три прохода. Гер, смотри, какой у тебя друг крутой. Ты загораешь? И как тебе нравится на утке? Ты человек, а там в другую сторону. Раз, два, три. Days burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down.
А сегодня мы пришли в японский ресторан, и у нас будет сейчас красота. Два в одном. Вот это фокусы. Да. Мы на самом деле настраивали, что будут одни роллы, а на самом деле... Ой, смотрите, куда мы сейчас утречком пораньше решили съездить. На дельфинчиках. Let's go. Герману везет. До метра бесплатно. Дружочек, с кем ты сейчас будешь плавать? С дельфинами. Когда мы были в Мексике много лет назад, мы купались с двумя дельфинами. То есть у нас было 10 человек, дай бог. И сейчас, малыш. И у нас было два дельфина. Сейчас у нас один дельфин на 20 человек. Ну, не знаю, посмотрим, что это будет, конечно. Как насчет тропического душа? Так как снимать нельзя во время купания, то камеру я только сейчас взяла. И попробую вам показать, в каких бассейнах мы купались, что мы делали. Герка околел, поэтому он его там поцеловал, дельфин, и он сказал: папа, все, выходим. Так что я одна осталась. Мы взяли маленькую программу, и хорошо, потому что большую бы он не выдержал, там, когда они прыгают, когда они себя катают, потому что такое у нас было в Мексике. Вот, это уже известно. Вот, ну а сейчас, короче, пойдем покажу, что у нас было. Я в таком модном жилете. Ну поснимай, поставь бутылку на пол. Ha ha ha!